Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 64, урок 64, exercise 5, упражнение 5. Убеди родителей купить тебе домашние животные. Тебе это удастся, если ты расскажешь о нем как можно больше. Например. I like dogs. A dog can run and jump. I can walk with my dog. It is brave and strong. Мне нравятся собаки. Собака умеет бегать и прыгать. Я могу гулять с собакой. Она храбрая и сильная. С помощью этого рассказа можно убедить родителей купить домашнее животное. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.